У Гомеле выбрали маленьких мисс и мистера. У городском центре культуры отбылся дитячий конкурс артистичного майстерства и грации «Маленькие гамельчане». За переможные титулы замагались 13 удельников во возрасте от 9 до 11 годов. Кому достался титул переможцы, доведались наши корреспонденты. 7 юных прихожунь и 6 кавалеров. Починающие блогеры, музыканты, спортсмены и танцоры. Они с успехом прошли 2 этапа кастингов и стали финалистами конкурса «Маленькие гамельчане». Их выбрали из нескольких десятков претендентов. Конкурс хоть и дитячий, але тут все по-дорослому. На заключенном этапе удельники уже умело позируют на камеру и демонстрируют одежду ведомых брендов. А до дефиле их рыхтуют маститые цирульники и визажисты. Однако внешний выгляд не единое, что оценивали журы. До речи, у судейской коллегии были представники индустрии пригожости и моды, сферы культуры и журналистики. Жюри будет оценивать артистизм, умение держаться на сцене, раскрепощенность. А также будут оценивать их визитки. Они в этом году подготовили собственные костюмы из подручных материалов, то есть задумка, защита, все это будет оцениваться. Гэтый год для конкурса юбилейный, он прошел у 10 раз. З уликом гэтага организаторы вырашили унести некалькі нововведений. Так, номинация для хлопчиков зацвержена упершиню. Еще одна сюретняя особливость – то, что на одной сцене сустрелись и сучасность, и будучиня конкурсу. Улику гоноровых гостей и удельников дефиле были пераможцы усіх минулых годов. Я уже участвовала в прошлом году. Мне очень сильно понравилось. Я выиграла, это было очень незабываемое представление. Конкурс очень интересный был. В этом году ожидаю, чтобы девочкам всем понравилось, чтобы зрителям понравилось, чтобы не расстраивались, если проиграют. Победа – это не главное, главное – это участие. Головная тема вечера – повесть «Казка. Маленький принц». Тому у конкурсе костюма удельники поустали у роли героев разных планет. А кроме этого, им треба было продемонстрировать свои интеллектуальные здольности и танцевальное майстерство. По выниках усих этапов названные переможцы у 15 номинациях. Ни один из конкурсантов не сошел со сцены без подарунка. А кроме того, некоторых зауважили, как будущих удельников показал мод не только в Беларуси, але и за мяжой. Головный шприз, переможные звания и сертификаты на куплю планшет отримали Улад Стяпура и Наталья Бессонова. Очень круто, мне очень нравится. За мной пришли очень много друзей, 50 человек. Очень много людей. Я очень рад. Но сначала я волновался, но потом я не ожидал такого. Я даже вообще не думала про этот конкурс. Думала, что какую-нибудь другую номинацию получу. Но получилось как-то так. И что ты сейчас чувствуешь, скажешь? Восторг и радость большую. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».